С юбилеем выпуска первого автомобиля камазовцев и ветеранов предприятия сегодня поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме, направленной в адрес автогиганта, сказано, что строительство КамАЗа по праву считается одним из самых масштабных проектов в автомобилестроении, и на предприятии трудятся профессионалы, преданные своему делу и родному заводу. Сегодня челнинские грузовики – одни из лидеров на мировом рынке. Большегрузы задействованы в строительстве ЖКХ, вооруженных силах страны и на промышленных предприятиях. Президент России пожелал коллективу челнинского предприятия новых достижений.